Дорогие друзья, всех приветствую вас на официальном канале «Новая Тольятти». Сегодня к нам приехали наши дорогие клиенты из Саратовской области, город Саратов, за автомобилем «Лада Гранта» в кузове «Лифтбэк», комплектация «Комфорт». «Комфорт» с двумя подушками безопасности, автомобиль 2023 года, кстати, по ПТСу 28 декабря 2023, практически 24 года автомобиль. Гарантия началась с сегодняшнего дня покупки на этот автомобиль. Двигатели 1.6, 90 лошадиных сил. В общем, поздравляю наших дорогих клиентов. Автомобиль на колпаках еще, 23-го года. Давайте поздравляем еще раз вас с покупкой. Удачи вам. Комфорт, шатная музыка, кондиционер, подогрев передних сидений, две подушки безопасности черного цвета, кузов лифтбэк. В общем, поздравляем наших клиентов с этой замечательной покупкой. Стоимость данного автомобиля составит 990 тысяч. В общем, подписывайтесь обязательно на канал, приезжайте за новой «Ладой» к нам, у нас их очень много. Выбор есть всегда по цветовой гамме, в наличии 23-й год, 24-й год. Подписывайтесь и приезжайте за новой «Ладой». Всем успехов, пока, друзья!